Медицина будущего становится доступной. Современные технологии и новые форматы оказания помощи, подготовка кадров, а также благоприятные условия для внедрения научных разработок. Главные темы Поволжской конференции, которая собрала в Самаре медиков, ученых и предпринимателей. Нейрореабилитация – одно из направлений совместной работы врачей и IT-специалистов. В основе этих программ по восстановлению технологий виртуальной реальности, биологической обратной связи. В центре внимания разработки медуниверситета. По нейровертикализатору несколько версий. Версия 1 испытаний завершены, сейчас версия 2. То есть мы еще несколько опций добавили туда. Это сейчас проходит клинические испытания. Вертикализатор у нас стоит в 3 центрах Самары, Самарской области, и в 2 центрах города Москвы. По нейрочат начались, значит, у нас примерно в начале года нам передали все документы. Да, ну, то есть тоже плановость идет, и мы... Первые шаги начинаем сейчас. Вот в ближайшее время мы начинаем первые исследования.